4 игрока. 4 финалиста. 4 игры. И только один победитель. Эту серию мы ждали с вами 1.5 месяца. Подписчики каждый день спрашивают меня в комментариях, кто же победитель игры в кальмара и что же находится в этом призовом фонде. Этого пока что никто не знает. И сегодня я, Обезьяна, Хурейт и Натаха будем сражаться за этот подарок, потому что именно мы заработали за весь декабрь по 2 балла. Ну а вы все остальные стойте, наслаждайтесь игрой, болейте за нас. Ура! Это... Кто же из нас четверых сегодня окажется победителем? Узнаем это до конца этой серии. Ну проходите, проходите, малыши вы мои. Да, давайте быстро все вовнутрь... Так, я не понял. Давайте, заходите быстро, пока двери не закрываются. Они автоматические там. Давайте. Господи, все, давайте, заходите. Револьвер. Наша, походу, любимая игра. Так, 4 револьвера. Так мало пистолетов здесь еще не было. Кто первый пойдет? Натаха! Да, нет, давай ты! Чайник сказала то, что она, поэтому давай! Иди! Как я понимаю, 2 пистолета заряженных, 2 пистолета не заряженных. Мать ты моя женщина, лишь бы она вытащила заряженный. Так, ну я выбираю вот этот, давайте, начинайте. Так, револьвер номер 3, да? Ты уверена в этом выборе? 100%, давай. Хорошо. Раз, два, три. Ну, раз она вытащила незаряженный, Натаха, ты следующая, давай, иди. А чего это вдруг я? Ты иди! А тебе не жалко, давай! А вы понимаете, если Натаха сейчас вытащит тоже незаряженный револьвер, тогда нам даже нет смысла хрен дальше что-то делать. У них будет по 1 баллу, мы с тобой сразу же проиграем. Ну тогда что толку нам рисковать? Потому что вот шанс того, что мы сейчас вытащим нормальный незаряженный револьвер, равен практически нулю, а Наташу не жалко, поэтому... Пошла! Ты новенькая в команде, ты должна выполнять правила. Какие правила? Я вообще в душе не чаю, Хэрейт. Сами сейчас придумали. Выбирай! О, великий бог Майнкрафта, пожалуйста, помоги мне выбрать нужный револьвер. Давай вот этот. Так, ты последний выбираешь, да? 4-й, значит, хорошо. Ты уверена в своем выборе? Да, стреляй. Хорошо, раз. Последний шанс даю тебе. Да стреляй ты уже! Тебе повезло, Натах. Да ладно! Да ладно! Пацаны, я пытался ее уговорить. Ходи, возьми нормальный револьвер, застрели ее! Ты че? Вы че, реально, вы из двух револьверов выбрали два револьвера, которые так не знают, как быстро! Я пытался, пацаны. Плохо ты пытался их сдать! Это не я виноват! Ну, раз девочки выбрали незаряженные пистолеты, надо сделать то, что мы должны сделать. Ёперный как... Стасик! Я и так уже проиграл! Нет, не... Прости. И это только первый раунд. За 20 чем-то серии игры в кальмара такой таблицы у нас не было ни разу. Чайник и Натаха по 1 баллу, а мы с тобой, Хередик, походу, в пролете. Второй раунд. И я раздаю вам фигурки. Ура, хоть не мне раздаю. Чайничек, ну тебе, наверное, мальчика-снеговичка. Думаю, симпатичный же, да? Мужчина херейт, как мальчику. Ну, что дарят мальчику? Правильно. Носки, носок. Носки, да. Так. Стасик! Да нет, Стасик, я думаю, это слишком будет легкое для него. Выбери что-то другое. Наподобие носка, вот что-то вот такое. Не, мне кажется, снежинка. Он же любит снежок. Да он... Давай, Стасик, ты второй раз с нами играешь в игру в кальмара. Я тебя уже ненавижу, честное слово. Ставь давай! Хорошо. Как любителю снега, снежинка. Ну и, наконец, наверное, думаю, в честь Нового года елочку. То есть ты считаешь, что я в первом раунде мало настрадался, да? Ну ты же любишь снежинки! Это так не работает, Стасик, это самое сложное!
А меня лично все устраивает, так что давайте начинаем. Кто первый? Кто первый? Чур не я. Чайник, ты была первой, иди первой. Давай, не заставляй тебя толкать, хоть я тебя и так буду толкать. Давай. Я иду. А, нет, там же носок, Рейн, поэтому ты первый. Так пусть Маша чу, я не против. Вы все не в законе, поэтому первой иду я. Так, откуда бы мне начать, чтобы вы двое меня не побили, не избили? Давай, да. Начинай скорее, время поджимает. Догоняй её! А время-то идет, как бы, чайник, у тебя максимум там 1.5 минуты, у тебя нет времени просто бегать, высматривать что-то. Ты ж понимаешь, что победа у тебя в кармане, а если ты занервничаешь, распереживаешься и промахнешься, тогда все, чайник, пердец. Лови ее! Я понимаю! Черной магии, я не понял, что это. Черная магия, что это? Чайник, магию мне Хогвартса использовать нельзя! А, это что за читы? Она телепортируется! Она телепортируется! Плата 4/7 в лицо. Вообще ничего не понял, что сказала чайник, но время-то у тебя уже кончается. Ага, чайник вылетает, следующий. Это же дисквалификация получается? Абсолютно правильно. Выходишь из игры, ты вылетаешь. Натаха! Ты вторая! Ух, ё-моё, страшно, руки трясутся. Ну пожелайте мне удачи, что ли. Чтоб ты проиграла. Ну начинай, не томи нас. Подожди, я думаю, с какого угла, значит, ты чё мне по блокам лицо ты ищешь, да ты... Так, она начала, давай, Стасик. Давай, лови! Учитывайте то, что Наташечка второй раз в жизни играет в вырезание вот этих вот... Нет! Наташа! Не издеваешься! Вот вы, блин, тыкайте в меня своими поплавками, нет! Ты куда? Эд, ты знаешь, что это значит? Это значит то, что у нас у обоих есть шанс пройти в финал и догнать финалистов, поэтому... Я надеюсь на тебя, брат! Ну вот и твоя очередь настала. Так, давай. Дать мне носок? Не, слишком легко. Дать мне елочку? Не, тоже слишком легко. Дать мне еще там... не, зачем? Сразу дадим снежинку, да, Стасик? Ну ты же любишь снежок. А то, что Хрей там сзади показывает, это вас вообще не касается, да? Не верьте ему! Снежок показывает, он вас отвлекает. Ох ты, вы же понимаете, насколько это будет сложно, господи, мать, поплавок, на лице не держать, бросил, надо забирать. Зайка, ты сможешь, я в тебя верю. Вера, хватит ко мне подкатывать, у меня девушка есть. Ну, солнышко, ну я болею за тебя. Не болей, пей вот это витамин С, сразу выздоровеешь. Ну ты победишь, зай. Ты что творишь? Нет. Так, проигрыш. Подожди, последнее слово. Последнее слово? Впервые за все серии этого игры в кальмара я хочу, чтобы ты, Хрейд, порвал сейчас всех. Я порву всех ради тебя, дружище. Спасибо, убивай. Кто ты, Хрейд? Я машина, давай! Громче, кто ты, Хрейд? Машина! Ну так если ты машина, тащи давай! Ну погнали, давай! Давай! Последний участник, ну все! Если ты проиграешь, только посмей! Все нормально будет, не парься, я ни разу не вырезал сам! Ну тут Стасик на зрителях, поэтому все будет нормально! Стасик второй раз играет в сезоне игры в кальмара! Стасик вообще не вдупляет, что она делает! Поэтому победа у тебя в кармане! Главное, верь в себя! Давай! Хрейд, у тебя единственный шанс доказать всем то, что возможно пройти эти вырезания. Ты прошел примерно 65% всего вот этого вот носка. Это самая легкая постройка. Ну не сказал бы, что она самая легкая. Видишь, какие тут моменты остались просто по прямой. Ну в любом случае намного легче, чем моя снежинка. Ну тут не поспоришь, да. Так, спокойно. Вот, ребят, что вы... Ты чего, Стасика, бьешь? Ты чего? Квалификация! Нет! Так, ты хорей, стой! Вставай, да! Вырезай быстрее! А чё, вырезай, ты уже промахнулся! Ты проиграл!
Нет, ломай блок. Подожди, никто ничего не видел, я все вывезу. Все зашкварно. Видели, а ну, читер, читер, ну-ка убейте его уже. Мы все видели, Херейт. Ты так хорошо шел! Я просто я могу помочь! Ты хорошо шел! Ты последние блоки промах... Алло! Он стол поломал, походу. Мне кажется, мне надо быть на две части, знаешь, так разделить. Алло, пацаны, здорово! А у тебя стол жив там, ну? Вторая игра. Мы с Хрейдом как были в пролете, в этом пролете и остались. В этой комнате 4 человека. Друзей нет ни у кого из нас. И только двое отсюда выйдут победителями в этой мини-игре. Вы готовы? Мы-то готовы. Готовы ли вот эти надзиратели за этой дверью? Конечно, готовы. Давайте все становитесь в круг, будем объяснять вам правила. Да какие правила, мы как будто впервые играем вот в это вот в подарочки. Вот подарки находятся, мы просто подходим и вот так вот... Все, значит, просто правила мы все ставим... Поставил обратно! Тихо. Знаете правила, значит. Тихо будь, объясни, давай уже их задел. Короче, куча подарков, не помню, там 120 примерно на этой карте. Кто больше всего их соберет, тот выиграет, тот получит балл. Из вас выиграет двое. Все, Стасик, давай начинаем. Раз, два, три! Куда побежали? А, все, сейчас. Все, пошли. Нормально. Подарки, конечно, очень долго ломаются, но в принципе все хорошо так. Самое главное то, что нормально, игроков сегодня мало, 4 штуки, поэтому в самую очевидную нычку даже подарок не поставили. Вот я уже 8 подарков собрал, как же легко играть, когда народу мало. Какие 8 подарков? А, я сейчас столько не успел даже. Ну уже 9, а вы что, сколько собрали? У меня тоже уже 9 собрала. Какие 9? У меня всего лишь 9! В смысле, у тебя тоже 9? У меня тоже 9! Вот не ожидал от тебя то, что ты так хорошо подарки собираешь, но у меня уже 18. Гонишь, какие 18? Да я тебе когда-нибудь врал, ты чего? Просто на улице раз, просто на улице два, просто на улице три. Ребятки, вы даже под ноги не смотрите, у меня такое ощущение. Плюс один. Плюс два в одном месте, это вообще очень даже легко на самом деле. Плюс еще один. Плюс три в одном месте. Еще один, не забывайте то, что у нас сколько там, у нас 300 секунд. Перепрыгиваем. У меня вот такое ощущение, вы меня, конечно, простите, но я там кое-что видел. И на этом снеговике очень много подарков, но только забраться сюда вообще не... Опа, забраться... А нет, А вы знали то, что на снеговике здесь вот это... Господи, как это там лестница находится? Конечно, нормально, подожди. Нормально, тут уже где-то подарков 7-8 я только что нашел. Слушайте, мне так интересно, сколько же у вас подарков, вы себе даже не представляете. Мне это так интересно, подожди, ты где? Господи, главное не разбиться, так еще плюс. Нормально. Я думаю, то, что в топ-3 я 100% войду. Так, если бы я в камин мог туда запрыгнуть, я бы тоже туда запрыгнул. Так, отойди, это мое место. Я за тебя болел, а ты меня толкать будешь? Так я тоже за тебя болел, ты что мне рассказываешь? Плюс 2, хуй, только, мне кажется, я один подарок где-то потерял. Ну ладно. Эд, солнышко, давай, ну вон там подарочек. Лера, не беси, честно, Катя ролик посмотрит, ой, по башке тебе настучит, хватит. Да меня... она мне спасибо скажет, что я тебе помогаю. Хватит меня солнышком называть так, здесь, возможно, кто-то что-то заныл. А нет, там даже дырки нет. Все, я почти знаю, где еще подарки можно смотреть, они 100% уже закончили. Да я уже вижу огромную кучу подарков, можешь побежать за мной, я с тобой поделюсь. Врешь, как всегда врешь, Херейт, каждый раз врешь. 10 секунд, пожалуйста. Две секунды и... Все. Обратно в круг туда возвращаемся, становимся. Так, кнопка, подожди, кнопка лишняя, блок какой-то там лишний. Ну я, в принципе, готов. Ну давай, Натаха, сколько у тебя подарков, давай, рассказывай. Опять я, давай ты. Чайник, ты всегда первая. Сколько у тебя? У меня 24.
Фух, я уже не на последнем месте, это самое главное. Давай, Натаха. Натаха, ты следующая, давай. На самом деле, чайник, я не понимаю, чего тут стыдиться, потому что у меня тоже 24 подарка. Эд, у тебя сколько? 37. 35, так у нас по одному баллу с тобой. Давай, Петюня! Давай! Фу, догнать, да, Чани, вы там не расстраивайтесь, у нас всех по одному баллу сейчас получается. Это только третья мини-игра, еще или одна, еще или две впереди. Сколько еще игр впереди? По-моему, одна. Или две, я не помню. Да, просто машина, просто камбэк, ну ли называется. У меня и у Эда по одному баллу, и у Натахи, и Маши по одному баллу. Мы просто, я сейчас затащу всех, я вам обещаю. Это первая серия игры в кальмаров, в которой будет целых 6 раундов. На тонный финал всего 2021 года за самый серьезный приз, который мы когда-либо разыгрывали. И серия настолько огромная получилась, что мне пришлось ее разделить на две части. Поэтому прямо сейчас у тебя перед глазами, перед носом кнопка подписаться. Серия выйдет завтра в 5 вечера по Москве ровно. И чтобы не пропустить самый неожиданный финал на канале, тыкни на эту кнопку и моментально получишь уведомление, как только я выпущу вторую часть этого видоса.